Два года объединения Новопсковская территориальная громада, первая в Украине, 14 июля отпразднует свое двухлетие. Состоит из 6 населенных пунктов. Здесь проживает 12,5 тысяч человек. Глава Новопсковской объединенной громады признается, случаются и разногласия. Но вернуться к старой системе управления, которая была до процесса децентрализации, здесь никто не хотел бы. Почему так, узнавал Валентин Сычев. Вадим Гаев – глава Новопсковской объединенной территориальной громады. В узких кругах его называют первооткрывателем громад. Результатами своей работы делится охотно, на примере села Осиново. Закончили мы капитальный ремонт фасаду нашего дитячого начального заклада «Ромашка». Закончили улицу Вишневу до конца уже. Будуем тротуар в центре села Осиново. Збудували тротуар біля школи. В Другосиновській школі були встановлені майданчики в селі Осиново 2. Детское учебное заведение «Ромашка» после капитального ремонта. Утеплен фасад, заменены окна. Сейчас к садику прокладывают тротуар. Ну, діти з задоволенням тепер йдуть в такий красивий дитячий садочок. Дітей збільшується в дитячому садочку. В цьому році планується капітальний ремонт харчоблоку. Буде викладена плитка. Не только садик, но и все село обрело вторую жизнь, рассказывают местные жители. Об'єднана громада дала нам дуже багато. За цей невеликий період часу було зроблено освітлення, поправлені дороги. Більше уваги приділено нашому відпочинку. Нашим дітям зробили великий майданчик ігровий. Приїхав із Луганська на канікули до бабушки. Я прихожу сюда каждый день кататься на карусели и бегать до гонялки. Глубокие тракторные колеи стали дорогами. По улице Вишневой проложили 900 метров асфальта, а разбитую дорогу по Шевченко засыпали бутом. Теперь здесь ездят велосипедисты. Увиденное впечатляет, говорит заместитель Попаснянского городского головы Дмитрий Хащенко. В Новопсковскую громаду приехал посмотреть, как взаимодействуют местные власти с коммунальными службами. В его районе объединенная территориальная громада в процессе создания. Да, впечатляет. В первую очередь взаимодействие сельской рады по финансированию двух коммунальных предприятий. Нам следует стремиться к объединенной громаде. Это улучшит нашу финансовую составляющую и сплотит коллектив наших сел, которые по перспективному плану должны объединяться в громаду. Пока кто-то еще решает, объединяться в громады или нет, а некоторые вовсе отказываются, жители села Осиново, по словам головы Новопсковской объединенной территориальной громады, самоуправлением довольны. Жоден житель села Осиново не высказал свое незадоволення. Есть певні непорозуміння, есть певні спори, есть моменты, когда люди більш активно відстоюють свою позицію, але вернуться назад такого немає. Все більше і більше людей повірили в ті можливості, які ми отримали, повірили в те, що вони дійсно впливають на якісь процеси, хай навіть на маленькі інфраструктурні. Валентин Сычев, Роман Царевський, події.